Всем привет! Сегодня мы посмотрим четвертого робота из конкурса «Лучшая постройка». Все о конкурсе написано в описании и в моем Discord-сервере. А мы начинаем. Начинаем смотреть робота Релова. Давай начинать. Такую эпичную постройку где-то сюда. Так, моментальную загрузку. Так, а вообще, что это такое? Большое. Вольтрон, а робот из машины Вольтрон. Типа... Ну, как робот откуда-то, да? Ну да. Состоит он из 5 частей, робоботов. То есть первая часть нога, вторая, третья, четвертая и, можно сказать, середина до пятой. А я сейчас немного не понял, но давай посмотрим, как он работает. Ну давай, ты включай его. Начнем с дизайна или с самих механизмов? Ну, с чего хочет? Ну, можно с дизайна. Ну, на самом деле, он имеет крылья, конечно, они не работают, но... Ну, просто. Хотели, чтобы не работали, но механизм не нужен. Также меч, он может и двигать и использовать ПВП. Еще тут машинки, еще машинки. Какой-то здесь робот из машинок. Специальный. А где вход в него? В голове у него как раз управление идет. Нам нужно теперь портал дать. А, давай ты сейчас идем покажешь. Я просто там сяду где-нибудь. Ого. Так, ну да много кнопочек. Я сейчас тут стульчик поставлю. Да. Выйду там... наружу. Нет, ты управлять будешь, не я. Заходи маленькая в портал. Кабинка. Ну да, я что посмотрел еще? Кабинку. Можешь убрать порталы? И давай посмотрим, что он умеет. Сейчас. О, с виду он красивый, но сейчас посмотрим, какие у него механизмы. Ну. Он умеет вообще ускоряться вперед с помощью ускорителей. И может также использовать меч в ПВП, то есть полностью он из динамита. Ну давай, расфиксируй тогда, или как его включать. А ну я, наверное, буду просто вокруг летать. А, у меня стульчик с фиксацией сейчас. Ой. У него полностью подвижены руки и ноги, и также суставы. А он тоже, да, на шарнирах? Я хочу подпалить тебя в голове. А, да, то я есть. Вижу. А еще что он может так, да? А, сейчас... Там внутри у тебя 4 кнопки есть. Нет, 2. А. То есть вот он может ускоряться с помощью ускорителей. Остановись. Дальше. Вторая кнопка. Вторая кнопка, это как раз используется меч. То есть полностью динамит. А, он взорвется, да? Да, полностью. Нет, у него типа останется меч, но он сделает взрыв большой. А, я понял. Для ПВП, короче. Ну да, для ПВП все-таки. Сейчас я использую. Так, а как этот, ну, у тебя, ну, как мы будем, можем? А, я придумал, что стой. Можно? Ускорители оставить? Подлети к водопаду. Не знаю. К водопаду подлети. Так, надо. Вот к этому близкому. У меня ускорители кончились. Блин, тогда рассетаемся. О, рассетить сейчас будет очень красиво. Рассетись. Ну, сейчас как раз использую меч. Ну да, рассетись. Так надо. Сейчас он мощно упадет. Начинается. Бала. Передвигается он, конечно, медленно, так как он слишком массивный. А можешь его заново загрузить? Ну, сейчас попробуем его в ПВП проверить. Ну, как сказать. Робот будет с роботом драться. Ну, твой с твоим. Где? У тебя есть такое же количество блоков? Можешь его с помощью этого дюкнуть? А, сейчас. С помощью шпателя. Если не получится, тогда сделаем по-другому. Шпателя. Ну, может, с помощью бага. Да. Если не хватает блоков, тогда с помощью бага давай. Дюкни его. Ну, ты знаешь, наверное, до водопада долетаешь, да. Вот этого близкого, и заново загружаешь. А, ладно, давай, чуть-чуть подожду тут, смотрю. Так, все, иду к водопаду. Давай, ну лучше полети, чуть-чуть ускорение да. Потрать. Хотя можно просто доплыть сейчас быстренько. Не, так долго просто, ну давай, как хочешь. Ай, ты меня пинул своей ногой. Ай, опять? Ну ладно. У тебя сколько красных ускорителей? Жаль, 10. 2 мощных и... А, я понял, понял. Лети, давай, как птичка. Только смотрю, типа какое-то кино смотрю. Такой робот улетает. Можешь заново загрузить? Да, сейчас. Надо учиться встать. А не обязательно там вставать. Он у тебя и так там особо так не сломается. И сейчас второй загружу трон. Так, просто всё. Загрузи и вернись на базу любым способом. Да, а сейчас я пока этого одену, так надо. Так, а я пытаюсь идти. Так, вот я в этой комнате. Выви просто. Или этим, ускорителем, а, если осталось. Там правый рычаг это ускорители, а левый это как раз меч. А ты можешь вот этот сделать? У тебя же там конфетки, конфетку съешь и сможешь доплыть. Да, я уже... Расфиксируй мне, пожалуйста. А будет битва. ПВП просто включи. Такая битва будет. Я никогда не дрался на роботах. И блин. Все. Да, лучше ты ко мне. Я просто, я, типа, подожди. Во-во-во. Так, какой отвечает за меч, левый какой за ускоритель? А то я сейчас нечаянно меч взорву. Правый за ускоритель, а левый за меч. Фух, робот, ну,
Ну, я, короче, лечу к тебе. Я взял донатерский джетпак, который мне подарили. О, остановись-то. Тихо. Как остановиться? А, нажать еще раз. Ну, я понял, но а если я не могу на него нажать? Какого мне хана. Ну ладно, и тебе будет хана. Ой, а чё мы не взрываемся? Подожди, надо на кнопку нажать. Сейчас все будет. Я тебя проткну мечом. Ай, мне же больно. Ты мне руку взорвал. Я сам уже лечу. Ты где? Блин. Ну где? На пару километров. Ты ремонтируешься. Нужна рука. У тебя рука возвращается к телу. Да, только я улетел. Нет, лети давай. Сможешь? Ну ладно, все, тебя уже не спасти. Я где-то в воздухе летаю. Все, я умер. А у тебя что отлетело? У меня рука просто одна взорвалась. Ну, конфетки неудобно одевать просто. Ну. А ты сейчас где, около водопада? Сейчас, подожди, я не дошел до туда. Сейчас я второй раз загружу. Не загружай! Давай, загружай. Я без руки, но так будет нормально. Второй раунд. Сколько твоих роботов я смогу убить? Понял, а у тебя меч все еще доступен? Да, вроде бы. Я его не успел взорвать, ты первый взорвал. И сам взорвался. Да, я съел конфетку. Я сейчас коллизию включаю и выключаю сразу же быстро. Давай, лети ко мне. Как раз, а все. Давай, лети сюда. Я забыл тебе сесть. Дать джетпак? А, стоп, что с тобой? Я забыл сесть туда. Блин, подожди. Я к водопаду лечу. Сейчас, секунд 5, 10. 15, 20. Давай, загружай. Ты ко мне, думаю, полетишь, потому что, ну, я тебя еще не один раз, наверное, уничтожу. Давай, идем сюда. Сейчас тебя мечом. Ты идешь? Ну, давай, садись. Я тут в ожидании. Ну, такое злое лицо. Сейчас я заберусь на вышку, чтобы эпично начать бой. И все. Так у меня одной руки нет. Давай, иди ко мне. Давай, идем. Конфетку кушаем, а я иду. Вон, ты меня видишь? Вон, я гигантский такой. Да, я вижу. Там донатический джетпак тебе идеям поставить? Не знаю. В лице поставлю. С помощью него можно летать, короче. Высоко-высоко. Если много раз кликать на пробел. Так, еще не понял. Что за фигня? А, понял. Не понял, а потом понял. Давай, идем уже. Мне не терпится от тебя. А! Бесно прилетел. Да, там главное упасть. Давай, идем. Эпичная битва сейчас будет. Я как на правую кнопку нажму. Я уже плыву. Быстренько доплыву. У меня конфеты все, последнюю съел вроде. Да, последнюю конфету я съел. А из джетпака не могу конфету съесть. А не, нормально, там можно, я джетпаком тоже ем. А третьего лица надо делать. Давай, идем. Это кто сейчас улетел там? А, ты мне кажется меч сломал. Не, это ты сам нажал на кнопку и все взорвал. Ща я тебя мечом своим проткну, давай. А, это, кстати, обидно, без руки просто. Да, у меня руки одной нет. Ну ты меня взорвал, но сам тоже улетел. Стоп, стой на месте. Куда ты? Улетай. Блин, зачем тебе свой джетпак дал? Ты сейчас можешь вернуться. А так бы улетел бы навсегда. Давай. Так, а вот я не понимаю. Ну, это и хорошо. Я должен вернуться. Давай, идем. Пытаюсь. Я стою на елке. Тебя. Я могу самоуничтожиться, если нажму на левую кнопку. Мне что-то не хочется. Я приближаюсь? Нет, мне кажется, ты отдаляешься. Давай, раз это все уже. Сдавайся, пока можешь. Сейчас я тебя в полете там догоню, а нет, не получится. Давай я к тебе лечу, давай, будет воздушная битва. Надо же как бы крылья есть. Сейчас я тебя догоню. Как вижу. Давай, как в кино. Там такое было. Мы летим над бездной, и сейчас будет битва титанов над бездной. Короче. Сейчас один вопрос, где? А вон я. Вон, смотри, прямо по курсу. Я падаю! А, я тебя вижу. Мне нужна конфета срочно, или я сольюсь. Сейчас проиграю, блин. Так, а я конфетку кушаю. Нет! У меня конфета кончилась. Приходится ломать клавиатуру. Зафиксируй меня, пожалуйста. Если успею. Фух, спасибо, стой. Вот так держи пока. Пока я конфету не съем. Я тоже конфету съем. Все, давай. Расфиксируй. Я немножко низко опустился, но ничего. Давай, я готов. Давай, идем. В атаку. Наконец-то мы будем в бою. Давай, это наш последний шанс. У кого первым кончится конфета, тот проиграет. Стоп, что? А как ты там стоишь до сих пор? Так вот я уже приблизился. Вот же я. Рядом с тобой. Сейчас, давай, я зафиксирую себя. Я на тебе встал, о чем ты? Эй, ты! Как ты встал так? Остановись, давай, драться. Пошли туда. Как быстро-то? А ты меня толкай. Давай на землю вернемся. Да, пусть. Давай, лети уже.
Если я смогу, то я сейчас включу турбину. А, давай попробуй. Сейчас, я зафиксирую быстро. Ох, ну в самом интересном месте я вообще от быстро бы упал. А ты не можешь турбины включить, когда у тебя фиксация? Это очень печально, на самом деле. Отключи фиксацию, прыгай и нажимай на кнопку. Все, я тебя вижу. Теперь я иду. Я сейчас скроюсь в траве. Ты меня не увидишь. Огромный робот. Давай, ты где? Лечу. У меня конфеты кончилась последняя. Я обречен на поражение. Можешь мне самоуничтожиться? Ты летишь? Да. На ускорителе? Все, включи турбины. Давай. Я тебя не вижу, я уже все, двигаться не могу нормально. Я мира не вижу. А, все, я увидел, я вообще улетел. Ты вообще улетел? Ладно, я самоуничтожаюсь тогда. А, я уже на конце, типа, build a boat. Эпичный конец. А нет, не эпичный. Ладно, я удаляю торт тогда. И как будем считать, кто из нас победил? Не знаю. Он на дерево упал и там стоит. Ну, я ресетаю. Ну, давай. Битва неудачна. Но одного робота... Ой, это что такое? Спавни. Можешь заново загрузить? О, там летающие тарелки в небе. Заново можешь загрузить? Сейчас будет последний тест. Долететь до конца билд бота. Давай, сейчас я лечу и одеваю его, да? Ой, что агрессивный робот попался. Ну, что с ним не так? Ай! Плохой робот, отпусти. Да, что такое? Он меня не пускает. Я сюда подхожу, у меня джетпак лопается. О, нормально вроде. Сейчас у меня все джетпаки уже так кончатся. Ладно, можно телепортом? Давай. Ты не прислоняйся к мечу. Не, ну прикольно. Самозащита от неопознанных объектов. Ура, я все динамиты добил вроде. Теперь точно. А, все, готово? Нет, сначала туда, а потом сразу сейчас в кабину. Давай, я готов. Если. Так, нет, это не так. Нет, неправильно. А, я опять упал. Ладно, давай, поставь портал, и я захожу. Все? Нет. Удаляй. Блин. Второй. Второй тоже удаляй. Да, все, удаляй. Все, я готов. Отключай фиксацию и сам лети наверх, на голову. Тогда мне нужен... Что? Конфетки я поставлю для себя. Все, включи. Так, готов? Дам стульчик поставь. Все, поставлю себе стульчик. Ладно, поставь. Ставь стульчик, давай. Окей. Ладно, жду, пока поставишь. А, жду считать. Готов? Да. Полетели. На левую кнопку или на правую? На правую. Ух, спасибо. Без тебя не догадался. Слишком большой для входа. Блин, у нас все ускорители. Лучше, смотри, сейчас это, надо было этим джетпаком, этим донатерским, подняться вверх, а потом уже лететь. Ну я сверху, ну я джетпаком-то и делаю. Тебе надо сейчас вовремя остановиться. Ну да, вовремя. Можно делать вот так. Сейчас главное не упасть. Сейчас главное упасть. О, все. Готово. Умыл сундука. Так, ну, наверное, вот так как-то. Минус тело. А он здесь живой? Да, я еще живой. Эх, печально, да? Прям к сундуку. Ой, нас сундук не любит. Это печально. Ну, получается, все тогда, да? Ну да. Так, ну ладно, все, пока. Пока.